Замариновал грибочки с прошлого похода. Боровички, сосновые, подосиновики и белые грибы с маховиком. Ну а теперь мы отправляемся в лес. Доброе утро, товарищи грибники. Смотрите, это шарик вообще. От начала. Нет еще фантастика. Я вас приветствую. Я приехал в свой лес осенний, которым был недавно, в четверг, а сегодня воскресенье. Прошло 3 дня, и я снова здесь на проверке. Тогда я нашел 6 белых. Сколько будет сегодня, друзья? Давайте вместе посмотрим. По дороге прям нашел. Обалдеть, смотрите, красавчик осенний. Все, мне не терпится в лес, побежали. Утро, осенний лес. Сегодня 9 октября. Это Южное Подмосковье. И еще один грибочек. Опа! Хороший. Среднего возраста. Беленький грибочек. Это второй. Грибы есть. И все-таки они есть. Красота. Опа, еще молодой красавчик. Смотрите, еще маленького нашел. 4 гриба уже есть, а я 10 минут в лесу. Искать, конечно, тяжело. Листва опала, но мы не сдаемся, мы же на тихой охоте. От этого даже интереснее. Когда находишь, получаешь больше удовольствия. Как в 19-м году, друзья, смотрите. Только тогда трое сидело в том походе. А сейчас один. Красавчик беленький. Это уже 5-й грибок сегодня. Интересные здесь места, елочки с березками, и вот такие грибочки растут. Шу. Иду по непримечательным местам. По основным пока что нет ничего, а вот зашел в кустики такие, и смотрите. Какой красавчик попался вообще. Лучший гриб сегодня. Смотрите, размер какой. Твердый. Немножко шляпочка, ему кто-то поднагрыз. Но гриб классный. О-о-о. Березки работают. Березочки наши, родимые. Друзья, рядом с тем грибочком, смотрите, оглянулся и заметил вот такую красоту. 2 гриба. А может и не 2. Ух ты! Там и больше, смотрите. Тут 3 штуки. И еще 2 малыша. Смотрите, вот это находка уже. А? Нифига себе. Вот это да. Все, сердце заколотилось опять. О, вот это чувство, друзья. Аж мурашки по коже. Сразу 3 не найти. Ай, фантастические грибы. Осенние, октябрьские. Да, надо здесь все шерстить, обыскивать. Должны быть еще они сейчас хорошо прячутся. Тяжело найти вот такие грибочки. Грибочек.
Я нашел фантастическое место. Березки, редкие, трава. И смотрите, какая красота здесь растет. Какой грибочек. Шляпочка вообще идеальная. Рядом малыш. И это не все, друзья. Тут еще и подосик рядом. Присоседился. Красненький. Какая прелесть попалась. Какой красавчик. Боровичок натуральный. Желаю, друзья, каждому найти такой грибочек и порадоваться. Просто замечательный. Да. Удивительное место здесь. Зашел в свои кустики. Помню, здесь грибница. И смотрите, на грибничке-то. Есть грибочек. Ой. Что-то он какой-то странный. Ножка, наверное, уже какая-то плесневая. А шляпка нормальная еще. Есть грибочек здесь. Заметил такой грибочек. Тот его погрыз, но... О, он такой, смотрите, двойной. Здесь его сгрызли, а здесь целый. Ну, шляпочки хорошие. Забираем, конечно. В лесу хорошо, тепло. Ясная погода. Вот я и дошел до своего любимого места, друзья. Мои березки, черничник. Вот там чуть дальше. И смотрите, что меня встречает. В прошлый раз здесь не было таких красавчиков. Это то, что надо. Ой, какая ножка, смотрите, сетчатая. Какой-то слизень, что ли, ползет. Эй, дружок, иди ищи себе другой гриб. Это я себе заберу. Красавчик вообще. Попался все-таки. Начали попадаться здесь. А это ведь основное место. Я там нашел гриба-пирата. Обалдеть, есть. А вот и мухоморчики. Красавчики. Ой, красненькие. Вон мое деревце. Сейчас пойду посмотрю, есть ли там грибочек. Еле заметил, друзья, смотрите. Опа. Беленький грибочек. Небольшой. Вот он, черничник мой. Как я и ожидал, друзья. На своем черничнике я нашел еще, смотрите, вот это грибочек, просто кайф вообще такие находить, супер грибы, друзья,
В моем суперлесу. В Папановом суперлесу. Папан, тебе привет большой. Давай, восстанавливайся. То он устал. Долгие поездки. Папан устал. А я не могу сдержаться. Бегу, пока выходные. Любую свободную минуту за грибами, вот за этими. Фантастика. Мое деревце. Здесь я находил гриб-пират, тогда попался мне. И здесь, смотрите, это лучшая находка, наверное, сегодня. Какая красота, просто фантастика. Как красиво растут грибочки. Шарики. Ой, какие грибы. Вот это да. Спасибо, лес, за такие дары. Прелесть. И вот такая рука счастья из березовых белых грибов, молодых. Олег, тебе передаю привет, челлендж. Да и всем грибникам, друзья, давайте поучаствуем все в одном таком эксперименте. Соревнование по руке счастья. Кто какую сделает. Из белых грибов, смотрите, какие красавцы. Это точно рука счастья. Ну, а мы отправляемся дальше. Зашел в елочки. И смотрите здесь, какой дружочек меня ждет. Осенний белый гриб. Березовый. О! Кто это там спрятался? Какой жучок. Да. Вообще класс. Может, еще есть? Еще грибочек. Я в шоке, друзья. Нифига себе. Вот это гриб. А дальше видите на горизонте. Представляете, какие грибы. Это чудо. Япона мама. Ёпкаламане, вот это боровинг. Как красиво он здесь растет. А там еще, друзья. Вы представляете? Вот это монстр. Гриб-барабан. Вот это грибочек. Просто идеал. Лучший гриб. И второй это красавчик. Смотрите. Хоп.
Это я сорвал уже. А это еще один. И еще маленький. И давайте посмотрим. Ёкаламаны. Какой гриб. Огромный просто. Он еще больше. А и маленький-то какой классный. Ой. Какие здесь грибы растут. О, он такой длинный. А, там еще малыш. Вот это место. Смотрите. Красавчики. А вот еще одна рука счастья теперь. Из таких кабанов. Олег, вот тебе еще одна ответочка. Смотри, какие монстры. Березовые боровики. Друзья, это просто вообще супер грибы. Тут, наверное, пару кило в руке. Фантастика. Да, вот это супер. Смотрите, кто еще попался. Редкий гриб в данных краях. Подберезовик мраморный. Смотрите, какого цвета. Классный грибочек. Раньше их здесь было много. Но здесь раньше и болото было с водой. А сейчас воды уже давно нет. Супер. Опа. И подосиновички есть. Еще один дружочек. Вот уже и два. Красный подосиновик. Какое красивое здесь место. Красный черничник. Я грибочки поставил, так красиво получилось. Я просто наслаждаюсь этой красотой. Оказалось, рядом с этим черничником, я не заметил сразу, а тут еще подосиночки стоят. Смотрите, красненькие. Опа. И еще один. Красавчики. Я с этого места, наверное, не уйду. Я ходил сейчас, блуждал минут на 10 вокруг, да около. И все-таки не зря, смотрите, наблуждал вот такого грибочка, просто шикарно вообще. Ох, солдат, не зря здесь ходил. Да, лесок, спасибо тебе за эти чудесные мгновения. Запомнится на всю жизнь. А вот и Эль Негро. Сорт белого гриба. Мы здесь такие собирали в 19-м году. Именно на этом месте. Такие вот темные шляпы. Классные грибочки, смотрите. Молодой. Но один. Походил я рядом, поискал. Больше не нашел. Вот березовичек, а за ним сразу же стоит беленький. Да какой, ух ты! Очень молодой, классный гриб. Да, сегодня грибалочка получилась отменная, друзья. Сначала так мало попадалось, но в итоге неплохо. Я сейчас еще зайду в пару мест. И тогда уже будет окончательный итог. А так уже очень хорошо.
осенние белые грибы. Южное Подмосковье, друзья. Да, вообще они уже везде идут, я смотрю по новостям. По всей области. И даже в Тульской есть, и в Калужской. Ну и в Рязанской, и Владимирской тем более. Ну все, друзья, выхожу я из леса. И вот такой вот грибной тур. Грибы есть. Не так уж много, но классные грибочки вообще. Особенно, конечно, вот этот богатырь. Смотрите, какой. Твердый, как камень. Молодые грибы в основном. Также есть подосиночки, подберезочки чуть-чуть. Грибов пока немного, но их стало больше. Я, конечно, не ожидал найти вот таких кабанов. Это, конечно, чудо. Супер грибосы. Ну все, друзья, до новых встреч. Желаю вам крепкого здоровья. Ходите в лес. Идите, и вы найдете это грибное счастье. Как раз сейчас погода вообще, не знаю, плюс 15, наверное, на улице. Хотя 9 октября. Просто замечательная погода. Обалденно. Ладно, друзья, пока. Супер лес.